Трамп они принимают в Германии. Фешенебельный отель Гамбурга отказался размещать у себя американскую делегацию. Радикалы в рядах немецкой армии. Оборонное ведомство Германии предостерегает. Террористы могут быть в рядах Бундесвера. Взялись за старое. Немцев, использующих нацистскую символику, застукали в австрийском отеле. Кондитерская для четвероногих сладкоежек. Домашние питомцы могут отведать мороженое в одном из кафе Мехико. Дональда Трампа отказываются принимать в Германии. Один из пятизвездочных отелей Гамбурга отказался предоставить свои услуги Трампу и его команде. В гостинице отказались бронировать номера. Об этом сообщили в пресс-службе отеля. Правда, причину отказа не уточняли. Информация уже передана в Белый дом. Администрация отеля свое решение не аргументировала. В прессе уже предположили, что, возможно, оно связано с громкими скандалами, которыми овеян Дональд Трамп. В немецкой прессе уже спрогнозировали, что альтернативой для американской делегации может стать отель «Адлон» в центре Берлина. Он расположен рядом с посольством США. Правда, в таком случае Трампу придется совершать перелеты из Берлина для участия во встречах в Гамбурге. Пока запрос из Вашингтона в отель «Адлон» не поступал. Напомним, американский президент с делегацией намерен прибыть в Германию на встречу глав государств G20, которая ежегодно проходит под руководством немецкого канцлера Ангелы Меркель. Саммит «Большой двадцатки» будет проходить в Гамбурге с 7 по 8 июля этого года. Для размещения всех участников саммита и делегаций в Гамбурге потребуется около 9 тысяч гостиничных номеров. Многие из них забронированы заранее. В Бундесвере растет число сторонников правых радикалов. Об этом сообщает германское министерство обороны. Информацию об этом ведомство уже направило в Бундестаг. В частности, в письме сообщается, что немецкая военная разведка расследует 275 возможных случаев правого экстремизма в рядах вооруженных сил ФРГ. В рамках одного из дел под подозрение попал солдат, на публике произносивший нацистские лозунги и приветствия. Еще одного немецкого военнослужащего выследили в Facebook. Предположительно, он писал на страницу ультраправой национал-демократической партии расистские комментарии, требуя ввести смертную казнь для приезжих. По словам главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен, солдаты, замешанные в делах об экстремизме, отделываются достаточно легкими наказаниями. Так, дело первого из вышеупомянутых военнослужащих было передано в прокуратуру, но он остался служить, а солдат, размещавший расистские посты в интернете, получил только выговор. Напомним, еще в прошлом году Министерство обороны заявило, что в ряды армии могут попасть радикальные исламисты, а навыки, полученные в Бундесвере, они впоследствии смогут использовать для террористических атак. 12 граждан Германии уличили в нарушении антинацистских законов в Австрии. В поле зрения правоохранительных органов они попали после того, как в ресторане отеля наклеили свастику на подставке под пиво и произнесли гитлеровское приветствие. Все это произошло в гостинице недалеко от Зальцбурга. В полицию поступило сообщение от официантки, которая стала свидетельницей случившегося. Также, по данным других свидетелей, 8 человек из этой компании все время выкрикивали нацистское приветствие «Зиг Хайль». Всего в компании находилось 8 мужчин и 4 женщин от 18 до 65 лет. После предъявления им обвинения в нарушении антинацистских законов, свою вину они отрицают. В Австрии запрещено хвалить или распространять нацистскую идеологию. В стране строго соблюдают антинацистские законы. Несколько месяцев назад австрийского неонациста приговорили к 2 годам и 9 месяцам заключения. В Германии завершился турецкий референдум. Он проходил с 27 марта по 9 апреля, за 2 недели до проведения плебисцита в самой Турции. В голосовании могли принять участие около 1,5 миллиона турецких граждан, проживающих в ФРГ. Явка избирателей составила около 40%. Это примерно столько же, сколько самих немцев пришли на парламентские выборы в Германии в 2015-м. В последний день голосования в 13 избирательных участках образовались длинные очереди. Власти городов, где
проходил референдум, отмечали, что было выявлено значительное количество нарушений. Результаты голосования будут известны после проведения основного референдума в Турции, который пройдет 16 апреля. 9 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган организовал выступление в Стамбуле как последний призыв турок, проживающих в Европе, голосовать за изменение Конституции. Политик назвал себя единственным гарантом безопасности. Эрдоган известен своими авторитарными методами правления, а с конституционной реформой его полномочия расширятся, и фактически это будет означать абсолютную власть Эрдогана. Предложенная конституционная реформа может стать самым крупным изменением в системе управления страной-кандидатом в Европейский Союз, которая была основана на обломках Османской империи почти 100 лет назад. Восточные танцы, дефиле в национальных костюмах и конкурс талантов. 16 красавиц из разных уголков Киргизии на минувшей неделе состязались в Бишкеке за звание «Мисс Киргизия 2017». Конкурс красоты состоял из 6 этапов. Девушки дефилировали на высоких шпильках, по подиуму, в красочных платьях и вечерних нарядах. Они примерили традиционные киргизские костюмы, меховые шапки, шелковые юбки и камзолы, расшитые золотыми нитями. Участницам также пришлось показать жюри свои таланты и интеллектуальные способности. Победительницей конкурса «Мисс Киргизия 2017» стала 19-летняя студентка Бегимай Карыбекова. Обладательнице титула вручили корону и сертификат на 100 тысяч сомов. По окончанию мероприятия Карыбекова высказала пожелание своей стране. Я бы хотела бы благополучия, чтобы у нас дороги были ровными и чтобы люди не выходили на митинг. Теперь первой красавице Киргизии предстоит участие в международном конкурсе «Мисс Мира 2017», который пройдет в декабре в Китае. К сожалению, подходит к своему завершению. Собаки-сладкоежки теперь могут получить особое угощение в одном из кафе в Мехико – мороженое для четвероногих клиентов. Владелец заведения Маурисио Монтойя говорит, что разработанный им рецепт безопасен и для людей, но в первую очередь замороженные лакомства предназначены для домашних питомцев и полезны для их пищеварения. Ведь бывает как, вас пускают в заведение с животным, а для него в меню ничего не оказывается. Если я держу кафе мороженое, у меня должно быть кое-что и для собак. Так и родилась идея создать мороженое, подходящее для всех, но в первую очередь для животных. Продукт получил название «Эладог» от испанского «Эладо» – мороженое и английского «Дог» – собака. Нововведение оценили все посетители кафе «Дон Палетто», в их числе подопечные Лилианы и Густаво. Зашла сюда побаловать его. Кормить каждый день собачьей едой, по-моему, неправильно. Пусть попробует что-нибудь другое. Мы все нуждаемся в общении. Держать собаку – большая ответственность, а самое главное, чтобы она была довольна и могла общаться с другими животными. Кафе очень популярно в округе. Хозяева собак тоже не забыты. Для них у Маурисио Монтойи есть вполне человеческое мороженое. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.